Здравствуйте, меня зовут Константин Антенко, я игрок баскетбольного клуба «Будивельник». Сегодня мне будет помогать Паша Буренко. Я покажу вам вариации атаки большого игрока при пик-н-ролл. Давай. Заслон всегда удобно ставить в середину. Игрок проходит плечо в плечо его. Если они вдвоем, его маленький игрок и мой большой, вместе на него смещаются, я просто иду под кольцо, получаю мяч и завершаю атаку. Второй вариант. Такая же ситуация, но я вижу, что они сместились, там страховка, мне там делать нечего, я делаю отшаг сюда и бросаю среднюю. С вами был Константин Антиенко. Болейте за «Будивельник», тренируйтесь, у вас все получится.